Академия Рухвидники. Я думаю, что на данный момент это один из самых масштабных, колоссальных спортивных проектов, которые происходят в Украине, которые строятся в Украине. Несколько лет назад, когда я был на матче сборной Украины во Львове, мы встретились с Григорием Козловским, и он мне рассказал о своей мечте, о своих целях и о своей философии. Ну, честно сказать, я подумал, очередной космонавт, который рассказывает сказки. И вот 2 года спустя я вижу эти фото, я вижу эти видео, я вижу то, что было сделано. И если я не ошибаюсь, этот проект будет абсолютно грандиозным. Что мне очень понравилось, это философия. Философия Академии – это набор местных ребят и девчат, 400-500 человек их будет, и воспитание в них не только футболистов, но и граждан Украины. Это социальный проект. Я думаю, что это одна из самых важных составляющих этого проекта. Был перенят опыт многих стран. Я помню, когда ребята из Академии приезжали сюда на базу Аякса, и мы проводили для них специальный тур. Я надеюсь, что этот проект будет поддержан, и как можно больше наших ребят и девчат будут заниматься в этой академии. Пусть наш футбол имеет право на развитие и сможет в таком же ключе развиваться, как европейский футбол. Это капля в море, но пусть она создаст как можно больше волн, как можно больше академий поднимутся и будут создаваться. Удачи!